Население Молдовы стремительно стареет. За последние 5 лет доля молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет сократилась более чем на треть. Многие из них неактивны, нигде не работают и ничем не занимаются. Данные представлены в исследовании Национального бюро статистики. На 10% снизилась доля молодежи от 14 до 19 лет. Больше всего на 31,6% уменьшилось число молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет. Почти на 7% от 25 до 29. При этом 6 из 10 представителей молодежи экономически неактивны. Трудоустроены только 36 молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет. Еще почти 64% нигде не работают. Из них большинство, то есть 40% студенты. Отмечается, что коэффициент молодых женщин, которые не учатся и не работают, намного выше, чем у мужчин.